Помощь людям – это не работа, а веление сердца, признается медсестра Елена Гнутова. Много лет работает в пансионате для инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями. Свой опыт работы с тяжелобольными подопечными обобщила в докладе об особенностях нетранспортабельных больных. Предложенная Еленой Гнутовой методика сегодня успешно применяется. Я в этой профессии 22,5. Обход, инъекции, осмотр. Пришла и все. И не испугалась, вот работаю. И таких героев в сфере социальной защиты населения в Самарской области трудится свыше 18 тысяч человек. Случайных людей в нашей сфере не бывает. Мы очень все любим свою работу, любим своих бабушек, дедушек. Они нам как родители, как наши родители. Конечно, забота в первую очередь о тех, кого мы опекаем, кого мы обслуживаем, это в первую очередь. Ну и выполнение всех услуг по стандартам. В нашем округе работает 100 человек. Это и Новокуйбышевский, и Волжский район. А моя работа руководить, чтобы всем было тепло, светло, чтобы хватало материалов, чтобы было приятно, удобно и хотелось идти на работу. В преддверии профессионального праздника работники социальной сферы принимают поздравления и слова благодарности. Специалистов отмечают высокими наградами. Поздравил людей самой доброй профессии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Мы, если сравнивать с 2017 годом, в два раза увеличили меры социальной поддержки. Благодаря национальным проектам, инициированным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и нацпроекту «Демография», если сейчас говорить о социальных контрактах, у нас в прошлый год, по-моему, 8,5 тысяч где-то социальных контрактов, на этот год у нас планы еще более масштабные, мы должны там точно перейти за 9 тысяч. И, собственно, само количество, оно же не вот там является главным показателем. Да? Важно, чтобы эти средства, да, которые мы передаем людям, благодаря вам, вашему наставничеству, они действительно людям помогали преодолевать сложную ситуацию. Сегодня в Самарской области помощь от социальной службы получают свыше миллиона человек. Ветераны, люди с ограниченными физическими возможностями, пенсионеры, дети-сироты и многодетные семьи. Ольга Волкова, Николай Епифанов. События.